Друзья, сегодня у меня был маленький разговор в Ютубе, и меня спросили, что для тебя чистая вода? Вода дистиллированная? Вот я хочу ответить на этот вопрос. Я живу в Якутии, и у нас под землей вечная мерзлота. И вот в подвалах мы храним не воду, а лед. Заготавливается зимой, а потом этот лед мы берем и из нее делаем воду, чистую воду. Когда я работал в больнице и проходил стажировку на медтехника, я спросил, какая вода самая чистая, дистиллированная? И мне ответили, что самая чистая вода — это вода из льда, потому что она молекулу воды сохраняет на молекулярном уровне, по одной молекуле собирает кристаллы. Вот поэтому у нее нет никаких примесей, ни железа, ни йода. А в дистиллированной воде там молекулы воды выбрасываются не по одной молекуле, а по 10 молекул там. Поэтому она более грязная. Друзья, если вы находитесь в лесу, если нашли воду, песок и пляж, и разожгли костер, кипятите чай, а вода-то грязная, поэтому, чтобы очистить ее от натрия и от тяжелых металлов, нужно вскипятить, а потом побросать туда древесных углей. И тогда у нее есть калий, это антагонист натрия. А еще угли соединяются, выделяют водород, а также бикарбонат, который очищает воду от тяжелых металлов, от свободных радикалов. И примерно 10-20 минут так она будет кипеть. Даже запаха не будет от этой воды. Поэтому у нас в Якутии еще говорят о йододефиците. Но я предпочитаю обходиться без йода.